экспериментирую с пашней на новых колесах. Резиновые колеса литые. Плуг, все настройки как обычно. Тяну на минимальной частоте, которая мне сейчас поставлена, 20 Гц. Смотрю, что получается. Колеса немного пробуксовывают, чуть-чуть подталкивают вниз. Я не скажу, что это просто идет сам по себе. Теоретически можно морду нагрузить, и тогда он пойдет сам. Но пока это все вольные эксперименты. Территория за моим участком. Что я хочу выяснить, тянет ли он на этих колесах. Ответ: тянет. И надо ли его догружать. Ответ: надо. То есть все равно станок легкий получается. Хоть он и работает, но он работает так. Поставил укладчик провода. Теперь не вопрос, куда ложится провод. Провод ложится куда нужно. Что-то он там зацепил, что-то он у меня не скользит. Перепашем. Нам перепахать это все равно. Поставлю частоту 30, побыстрее. Может быть даже пробуксовка небольшая. Обратно все-таки ставлю маленькую частоту. Ставлю частоту 40. Если что, колеса пойдут в пробуксовку. Ну что сказать, основной смысл всей этой процедуры, которая, в общем-то, мне не сильно и нужна в данной ситуации. Это попробовать посмотреть, пашет ли он вообще. Пашет. Он пашет. Плуг битком набит землей. Вот это к вопросу, готов ли плуг к работе. Плуг к работе не готов. С него абсолютно не слезает земля. Его надо прошлифовать, прополировать. Минимальная частота пока вроде 30. Пробую на 30. Набивает земли сколько может и не тянет. Проблема с укладкой
кабеля решены, они давно были решены просто. У меня руки не доходили этот вернуть назад. Не обращаем внимания на метр, смотрим, как он выдвигается назад по колее без особых проблем. И по рации поехали.